Я всех приветствую, рад всех видеть. И я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня порассуждали над одним небольшим отрывком из послания к Ефесской церкви, из 5 главы. Если у вас есть Библия, вы откройте 5 главу, пока вы будете открывать. Я хотел бы сказать, что современные технологии открывают очень много новых возможностей. Например, эти технологии позволяют заглянуть туда, куда раньше человек не имел возможности доступа или куда он заглянуть раньше не мог. Я имею в виду довольно-таки тривиальные вещи, как, например, камеры наблюдения или камеры слежения, которые люди устанавливают у себя дома. И вы знаете, в интернете можно найти немало интересных или забавных, или даже незабавных, или есть и забавные, есть ужасные видео о том, как, например, люди снимают дома, как, например, бэбиситер обращается с их ребенком, когда они отсутствуют. То есть, когда, например, родители дома. И в результате этого получается так, что когда люди, родители присутствуют дома, то нанятые работники, которые есть дома, они ведут себя очень корректно, прилично, все хорошо. Как только эти люди уходят, их поведение меняется. Я видел разные ситуации, по видео, да, о том, что связанные с тем, что, например, бэбиситеры били детей, или же, например, начинали рыскать по дому в поисках каких-то украшений, например, каких-то ценностей, чтобы найти или увидеть. Или, например, начинали пользоваться парфюмерией хозяйки этого дома. И так далее, и так далее. И очень интересно и иногда забавно за этим наблюдать, потому что ты видишь в такой ситуации, что человек показывает свою сущность на самом деле. То есть он ведет себя совершенно по-другому. Он ведет себя, наверное, естественно и по-другому, чем он вел себя в присутствии хозяев дома. Я хотел бы сегодня говорить, что Писание призывает нас жить в присутствии Бога. Постоянно жить в присутствии Бога. Не только когда мы находимся в церкви, а чтобы наша жизнь была построена на том утверждении, на том понимании, что Бог видит нас всегда. И жизнь в присутствии Бога – это интересное понятие. Я знаю, что есть определенное понимание, что мы, когда приходим в церковь, мы приходим в присутствие Бога. Но я уверен, что Господь не только в церкви, не только в зданиях храмов. Господь присутствует везде, Господь живет в нашем сердце. Поэтому, соответственно, от нас требуется жить так, чтобы мы, как будто бы мы понимаем, что Он рядом с нами. Вернее, с пониманием, что Он и есть рядом с нами. Ефесянам 5 глава с 15 стиха по 21. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом.
назидая себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Такой отрывок мы прочитали, и это на самом деле отрывок, который является составляющей частью более большого отрывка, более глобального наставления или большего наставления, которое апостол Павел дает Ефесской церкви. И он дает совершенно разные советы. Например, после этого отрывка идет наставление мужьям и женам, то есть тема чуть-чуть меняется. Но в этом послании апостол Павел очень сильно обеспокоен состоянием Ефесской церкви, он обеспокоен их духовной жизнью. И вот один из отрывков или одна из тем, которые освящены в этом отрывке, он как раз говорит о том, как христианам необходимо строить свою жизнь. Я эти мысли, которые здесь апостол Павел выразил в этом отрывке, я думаю, что они очень четко отражают этот тезис, что нам необходимо жить в присутствии Господа. Слово «Господь», кстати, это то же самое, что слово «Господин». В русском языке почему-то вот переведено «Господь», а есть и другое слово «Господин». Да? В английском языке «Lord» и «Lord». То есть сразу понятно, что это одно и то же слово. И вот мы часто думаем о Господе как о некоем абстрактном, это как некое абстрактное понятие. Господь просто Бог. На самом деле слово «Господь» означает, подразумевает властелина, господина, который господствует над кем-то. Поэтому если мы живем в его присутствии, в присутствии не просто Бога, а в присутствии господина нашего, мы должны понимать, что он имеет право распоряжаться нами, управлять нами, наставлять нас, давать нам указания и инструкции, корректировать нас, наказывать, если необходимо. Почему? Потому что он господин, правильно? Так вот, если это повеление дано для нас в Слове Божьем, что оно для нас означает? И я думаю, что апостол Павел дает нам три составляющие, или три компонента, или три элемента, их по-разному можно назвать, как мы можем построить нашу жизнь в присутствии Господа на основании этого отрывка. И если у вас есть возможность записывать, вы можете сделать некоторые записи и потом порассуждать над ними. И первая составляющая такой жизни или составляющий элемент жизни в присутствии Господа – это поступать как мудрые. Смотрите, здесь написано. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые, и так не будьте нерассудительны, и так далее, и так далее. То есть он дает, и первое, на чем апостол Павел концентрирует наше внимание, он говорит, поступайте как мудрые. А как поступают мудрые? Как поступают мудрые? Что значит мудрый? Мудрые, ну, во-первых, здесь они противопоставляются другой категории людей, которые называются неразумные, да? Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Вот смотрите, весь этот отрывок и дальше здесь будет очень много противопоставлений. Он берет две категории и противопоставляет их друг другу. То есть мудрые противопоставляются неразумным людям. И мы видим, что мудрые поступают осторожно. Главная черта или одна из главных таких характеристик мудрых людей, что они поступают осторожно. Осторожность предполагает, что мы думаем, прежде чем что-то сделать или что-то сказать. Вот это характеристика мудрого человека, потому что мудрый человек понимает, что все, что он сделает, это может иметь определенные последствия. Соответственно, человек продумывает наперед и думает, что мое действие вот в данной ситуации, в данном случае принесет. И отсюда появляется определенная осторожность. Нам, конечно, нужно здесь проявлять здравую мудрость, а не такую мудрость, как у Максима Горького в одном из его произведений. Как бы чего ни вышло, да? Вот. То есть это рассказ о Данка, если вы знаете такой, вот я забыл его название, как он официально называется. Но вот там вот у него мысль такая, которую он высмеивает определенных людей, которые боятся какие-то предпринимать действия, как бы чего ни вышло. И вот эта фраза повторяется в произведении несколько раз.
Но мы должны проявлять мудрость для того, чтобы мы могли проповедовать Слово Божие, для того, чтобы мы могли трудиться и поступать, как люди мудрые. Далее мы видим, что мудрые дорожат временем. Друзья, дорожить временем – это означает поступать очень осмотрительно и осторожно по отношению к времени. Причем слово «время», которое использовано в данном случае, в данном контексте, это не просто время в целом, а это время, которое подразумевает определенный отрывок, определенный отрезок времени. То есть апостол Павел в данном случае, когда он говорил «дорожа временем», он подразумевал время, которое отведено нам здесь на земле. Наше время на земле, как мы знаем, оно ограничено. Мы не вечные в нашем теле. Мы не можем жить 100 лет, 200 и так далее и думать, что мы еще успеем что-то сделать. И когда мы начинаем тратить наше время впустую, то возникает вопрос, а мудро ли мы поступаем? Поступаем ли мы так, как хотел бы Господь, чтобы мы поступали? Мы знаем, что Иисус Христос – наш высший пример, самый лучший пример, который мы можем взять, это сам Иисус Христос, да? Вот Иисус Христос, Его миссия на земле продолжалась всего лишь 3,5 года, но посмотрите, сколько много Он успел совершить всего лишь за 3,5 года. Мы и за 70, и за 80 лет не можем сделать столько, сколько Он сделал. А все потому, что он время свое использовал очень мудро. Он в ночи, например, проводил в молитве, в общении с Богом. Не просто где-то развлекался или расслаблялся, или еще как-то по-разному, как люди сейчас проводят время. Он проводил время с пользой для того, чтобы максимально эффективно выполнить свое служение. Также мы видим в этом отрывке, что мудрые осознают, что дни лукавы. Мудрые понимают, что дни лукавы, друзья. А понимаем ли это мы, что дни, то есть время, в которое мы живем, это время лукавое? Соответственно, если мы будем смотреть на окружающий мир или на обстоятельства, которые нас окружают, с таким пониманием, это изменит наше отношение к этим обстоятельствам. Мы должны понимать, что современный мир, он заточен на то, чтобы украсть у нас время, для того, чтобы увести нас от Бога, чтобы украсть нашу веру, разбить нашу веру в Бога и так далее. То есть этот мир лукавый. Лукавство – это такая характеристика или такая черта характера человека, если позволите так сказать, когда человек не заявляет о своем намерении прямо, но он всеми действиями заставляет, он всеми действиями пытается вас обмануть. Это называется лукавство. То есть человек не говорит, что я здесь для того, чтобы тебя обобрать. Но человек начинает входить в доверие, начинает как-то человеку располагать его к себе, и в конечном итоге он хочет добиться цели каким-то образом, например, лишить этого человека какого-то имущества. Это называется лукавство, да? И вот этот мир, который находится вокруг нас, он не заявляет прямо о том, что он находится под властью сатаны. Он не заявляет нам о том, что он здесь для того, чтобы нас украсть, нас уничтожить, для того, чтобы нашу веру разбить и так далее. Этот мир старается действовать коварно. И если мы предупреждены, у древних римлян была пословица «предупрежден значит вооружен». То есть, если ты знаешь о надвигающейся опасности, то у тебя есть время подготовиться. Ты можешь, соответственно, сделать необходимые меры и встретить эту опасность. Так вот, Слово Божье дает нам это наставление, и оно говорит, предупреждает нас, что лукавые дни, лукавое время, в которое мы живем. И это время не только было тогда, когда жил апостол Павел. Дни лукавые или время лукавое, это можно говорить в целом обо всем времени, в котором находится последняя церковь, в которой находится вот время, которое в Слове Божьем названо последнее время, то есть время после вознесения Иисуса Христа до Его второго пришествия на эту землю. Друзья, мы должны быть мудрыми, поступать как мудрые, тогда мы будем понимать, что наша жизнь построена в присутствии Господа. Вы знаете, я когда был молодым и учился в университете,
Тогда вот не было такого распространения еще компьютеров, не было, ну, они уже были, и мобильные телефоны только появились, по крайней мере, в Украине. Это вот конец 90-х годов, тут, наверное, в Америке они раньше были. То есть интернет, начали технологии развиваться. И вот, вы знаете, очень популярны в то время были компьютерные клубы, потому что дома иметь интернет еще очень мало людей могли себе позволить, но для того, чтобы отправить почту, например, нужно было пойти в такой вот интернет-клуб, и там ты мог заплатить за пользование каким-то сеансом работы на компьютере, и ты на этом, в это время делаешь, в принципе, что ты хочешь. На компьютере электронную почту отправляешь, или смотришь что-то, или фильмы, или игры и так далее. И вот было очень много таких клубов, которые, я уверен, что это же не только в Украине такое было, которые были построены на том, что они предоставляли доступ к компьютерным играм. И очень многие подростки, и молодежь, и дети проводили все свободное время там. Ну, естественно, деньги какие-то тратили на это. Но я заметил, что у нас в группе было два человека, которые довольно неплохо учились. Но потом, через какое-то время, вот они подсели на такие компьютерные игры, игры по сети, когда ты не играешь не просто сам с компьютером, а когда ты играешь с другими участниками. Соответственно, игра намного интереснее, захватывающей получается. И их успех в учебе начал кардинально меняться, снижаться их успехи в учебе. И через какое-то время вот преподаватели это заметили, начали с ними разговаривать, в чем проблема, что происходит. Оказалось, что они прекратили выполнять все домашние задания, они просто вот полностью были поглощены вот этими компьютерными играми. И, к сожалению, это можно встретить и сейчас, не нужно сейчас ходить уже в какой-то компьютерный клуб. Можно просто дома это делать, можно играть в игру или смотреть телевизор или еще так далее. И я не хочу сказать, что нельзя никогда посмотреть новости или какой-то фильм или еще что-то. Но мы должны помнить, что мы должны дорожить временем, вот этим отрезком, который нам отдал Господь, и лукавое время, в которое мы живем, потому что это время мы можем использовать неправильно, что-то упустить, и таким образом мы не достигаем того предназначения, ради которого мы живем здесь на земле. Мы не успеем выполнить то, что Господь нам предоставил или поручил выполнить здесь на земле. Когда мы читаем этот отрывок дальше, мы видим, что есть вторая составляющая. И эта составляющая означает познавать волю Божью. Первое – это поступать как мудрые. Вторая – познавать волю Божью. Смотрите, что нам говорит 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Опять-таки, еще одно противопоставление. «Не будьте такими, а будьте такими». Он говорит, что необходимо исследовать и рассуждать, что есть воля Божья. Апостол Павел нам говорит, исследуйте, другими словами, да, если передать его мысли, и рассуждайте, то есть слово познавать. Познавать – это изучать, это вдаваться в подробности, исследовать, что есть воля Божья. Очень часто мы, как христиане, особенно христиане с многолетним стажем, мы путаем два понятия. Мы путаем Божье откровение и Божью волю. Божье откровение, как говорят богословы, есть двух видов. Да? Там, вот кто, братья, учился там, в каких-то семинариях, знают это, что есть общее откровение, есть частное Божье откровение. То есть Бог открылся всем людям в общем, например, через природу, через какие-то большие глобальные события. Мы можем видеть, что есть Бог, что Он существует, есть Творец и начало, первопричина всего-всего. И есть частное откровение, когда Господь открывается лично человеку, когда Он проговаривает к его рассудку, к его сознанию, и Он ему открывается. И вот на этом многие христиане останавливаются. Да, Бог мне открылся, да, я знаю Бога, но забывают о том, что есть еще воля Божья, которая должна проявляться в жизни каждого человека. Мы знаем о том, что воля Божья, чтобы все люди спаслись. Или, например, чтобы люди все исполнялись, христиане исполнялись Духом. Или чтобы мы освящались. Там есть такие отрывки, которые нам прямо об этом говорят. На самом деле,
Когда мы рассуждаем, что есть воля Божья, мы должны понимать, что воля Божья должна проявляться в каждом дне нашей жизни, потому что у нас возникают ситуации, которые требуют от нас решений, определенных поступков. И у нас есть, например, конфликты в нашей жизни. Конфликты, может быть, на рабочем месте, может быть, с родственниками, может быть, в своей семье. И задача христианина сказать: «Господь, вот у меня такая ситуация, какая Твоя воля в отношении меня в этой ситуации? Как Ты хочешь, чтобы я решил этот конфликт? Потому что конфликт не может оставаться таким. Покажи мне, как мне его решить». То есть нам постоянно необходимо искать вот эту волю Божью, потому что она должна открываться в нашей жизни. И человек, и христианин, который живет в присутствии Бога, он будет познавать эту волю Божью, он будет ее пытаться искать, он будет пытаться принимать решения не на основании своего рассудка или своих знаний, или просто вот своего опыта житейского, а он будет принимать решения на основании воли Божьей. Поэтому апостол Павел нас и призывает ее искать. Мы здесь замечаем, что познание воли Божьей – это длительный и постоянный процесс. Вот познавайте – это длительное время. Если посмотреть на греческий текст, это вот аналог американского или английского времени continuous, да, то есть вы это… Не просто вот познали волю Божью, и все, идите дальше к следующему своему, к следующему занятию. Это постоянный длительный процесс, он должен длиться на протяжении нашей жизни, потому что водительство Божье нужно нам всегда. В этом стихе есть противопоставление: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Интересно, что это же слово используется в других местах Писание, и оно, в принципе, означает людей, которые живут жизнь, не задумываясь, то есть люди необращенные, люди неспасенные, или в Ветхом Завете люди, не относящиеся к израильскому народу, к спасенному Божьему народу, да, к избранному народу. То есть он говорит, что вот это есть категория людей, которые живут, если мы применим это в нашу жизнь, в наши обстоятельства, это говорит просто о людях неспасенных. Общими другими словами, да, которые вокруг нас. И Писание, к сожалению, называет этих людей нерассудительными, потому что люди не задумываются о том, куда они идут и в чем заключается их жизнь, какова их судьба для того, чтобы волю Божью, для того, чтобы как построить свою жизнь. И третье, что мы здесь замечаем, или третья составляющая жизни в присутствии Господа, о чем говорит Павел на основании этого отрывка, это исполняться Духом. Первая составляющая – поступать как мудрые, вторая составляющая – познавать волю Божью, и третья – исполняться Духом. Нужно понимать, что когда он говорит «исполняться Духом», это не то же самое, что, например, родиться свыше, потому что это есть процесс, когда Дух Святой входит в сердце человека. Когда он говорит это с выражением «исполняться Духом», то апостол Павел подразумевает жизнь, построенную под влиянием Духа Святого, жизнь, которая совершается под влиянием Духа Святого. То есть человек, когда исполняется Духом Святым, он будет принимать решения, которые диктует ему Дух Святой, который диктует ему Господь. А каким образом? А как мы раньше уже читали? Поступать как мудрые и познавать волю Божью, да? Так вот, мы видим, что исполнение Духом также влечет или также имеет определенные условия. С 18 стиха мы можем прочитать. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Такой большой отрывок, и это на самом деле одно предложение, которое, наверное, в какой-то степени такое сложное или закрученное. Лингвисты сказали бы, сложно подчиненное предложение.
И исполняться Духом возможно через или нужно через несколько вещей. Во-первых, это через удаление от спиртных напитков и не только. И не только спиртных напитков, что я хочу сказать. Потому что исследователи Слова Божия говорят, что в то время существовали, поскольку церковь жила в языческой культуре, которая поклонялась другим божествам, причем разнообразным и многочисленным божествам, если мы посмотрим римскую культуру, если посмотрим древнегреческую культуру, да, то вот в определенных храмах были целые оргии, которые, когда люди напивались спиртных напитков, напивались вина для того, чтобы прийти в выступление, вот в такое состояние, для того, чтобы получить какое-то определенное якобы вот соединение с этим божеством. И вот исследователи говорят, что первоначальный смысл апостола Павла, когда он писал этот отрывок, он именно имел в виду вот эти оргии. Он говорил: не участвуйте в этих оргиях, не упивайтесь вином, потому что следующий шаг после этого – это будет распутство. Вы не сможете исполняться Духом. И опять противопоставление. Не делайте так, а исполняйтесь Духом. Мы видим, что он дает конкретные четкие указания. Мы знаем, что в еврейском народе никогда не было запрета на использование вина. Тем более, вот что историки говорят, что народ использовал вино для обеззараживания воды. В израильском народе был очень ограниченный доступ к чистой воде, поэтому люди использовали воду, которая была уже застоявшаяся и так далее, и они ее разводили с вином для того, чтобы и вино убивает инфекцию, поскольку в нем есть определенные содержания алкоголя. Но когда люди начинали злоупотреблять спиртными напитками, то, соответственно, таких людей уже называли пьяницами. Они уже перепивали, становились, приходили вот в такое состояние. И как в то время, так и сейчас мы знаем, что когда человек начинает употреблять алкоголь, алкоголь меняет его сознание или мировосприятие. У меня брат доктор, он врач, и он говорит, что вот эти вот проявление или эффект алкоголя и наркотических средств на человека медики называют одним термином, называется состояние измененного сознания. У них есть такой термин. То есть, когда человек пришел в состояние измененного сознания, что это значит? Это говорит о том, что под влиянием вот этих препаратов, которые человек принял, он принимает решение, его сознание изменяется, он принимает решение, которое он никогда бы не принял в здравом рассудке, в здравом сознании. Состояние измененного сознания. Так вот, в то время не было, кроме вина, не было, наверное, никаких других напитков, естественно, не было еще не изобрели кокаин, не изобрели там другие синтетические наркотики, которые есть у нас. Я уверен, что если бы в то время не существовали, апостол Павел бы написал и наркотические средства какие-то, которые существовали на то время. Он говорит о том, что нам необходимо концентрироваться на том, как исполнить волю Божью, а не заниматься вот этим, не приходить в такое сознание, не пытаться через опьянение или какое-то влияние на свой рассудок попытаться достичь какой-то радости или блаженства, или какого-то осознания, или выхода в астрал, как в некоторых религиях практикуется, или еще что-то. Он говорит о том, что нам необходимо исполняться Духом Святым, и удаление от вот этих вот спиртных напитков и наркотических средств, это является одним из условий или одной из необходимостей для того, чтобы мы могли приблизиться к Богу, для того, чтобы мы могли жить под влиянием Духа Святого. Потому что следующий шаг за вот таким состоянием измененного сознания – это распутство, это человек принимает решения, которые ведут его в грех. Дальше мы видим, что слова «исполняйтесь Духом» следует
За ним следует несколько деепричастных оборотов. Вот если следующий слайд, братья, включат, следующий стих, который мы можем увидеть на экране, мы видим, что в русском языке, по крайней мере, он начинается со слова «назидая». То есть он отвечает на вопрос, каким образом, каким способом, каким образом мы можем назидаться, каким образом мы можем исполняться Духом. И здесь у нас есть несколько рекомендаций, несколько инструкций, каким образом это происходит. Через назидание посредством чтения псалмов. Что такое псалмы в данном контексте? Это ветхозаветные псалмы, это псалтыри. Поскольку евреи очень сильно любили псалтырь, практиковали его, там псалтырь, он большой, как вы знаете, есть псалмы на разные случаи жизни. И многие христиане, они использовали псалтырь в первой церкви. Это, в принципе, было основной инструмент прославления Бога. Читали псалмы, их пели, их использовали на еврейские мелодии, которые уже традиционно применялись или пелись в то время. И апостол Павел говорит, это хорошо, назидайте себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Славословие и песнопениями духовными исследователи или разные толкователи Слова Божия, они как бы не сходятся в едином мнении, что имеется в виду, но скорее всего речь как раз идет о различных видах прославления, которое существовало в первоапостольской церкви, в том числе песни, которые писались уже современными на то время христианами. Песни, которые появлялись на основании жизни, которая у них была, которые не были заимствованы из псалтыря. И вот он говорит, что назидайте самих себя, потому что когда мы назидаем, мы рассуждаем, то есть мы наполняемся, мы получаем важную информацию, мы думаем о Боге, мы думаем о Его воле, какая воля Его для нас, в чем она заключается. Вот в этом выражается, или это один из инструментов, как мы можем исполняться Духом Святым. Далее он говорит, что нам что мы можем исполняться Духом через благодарение Отца во имя Господа Иисуса Христа. Вот если мы посмотрим дальше, написано, что 20 стих, «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодарение является неотъемлемой частью христианской жизни или жизнью христианина. Благодаря, причем за все, написано, через Бога Отца, через Господа Иисуса Христа. Нам иногда трудно благодарить Бога, нам хорошо благодарить, когда у нас все хорошо, но когда у нас начинаются испытания или страдания, или болезни, или какие-то трудности, конечно же, в таких ситуациях чисто по-человечески даже намного тяжелее открыть свои уста для того, чтобы сказать, Господь, я благодарю Тебя, что Ты это допустил. Я не знаю, почему или за что, но я знаю, что Ты над всем, Ты контролируешь мою жизнь, Ты знаешь, для чего Ты такое допускаешь для меня. И вот благодарить Отца через Господа Иисуса Христа, это является одной из самых фундаментальных функций или фундаментальных задач христианина, потому что если в нашей жизни будет отсутствовать благодарение, мы никогда не сможем по-настоящему поклоняться нашему Богу. Если у нас отсутствует благодарение, мы таким образом говорим, «Господь, я не уверен, что Ты контролируешь мою жизнь». Господь, я не согласен с тем, что Ты делаешь в моей жизни. Я думаю, нужно было бы сделать по-другому в этой ситуации. Или я вижу лучший план для моей жизни, чем Ты мне его посылаешь. Но благодарение наше говорит о том, что мы согласны с тем, что делает Господь в нашей жизни. И как я уже сказал, что нам намного легче благодарить, когда все хорошо, когда нас дух ликует, нам нравится, нам хорошо. Но когда что-то плохое происходит, то, конечно же, намного сложнее что-то говорить или благодарить. Есть в песне «Возрождение», в сборнике песен, да, есть такая песня «На трудной жизненной тропе
«О, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты». И вот в одной из церквей был один брат, который очень сильно любил эту песню. И вот он ее любил и часто в церкви просил, чтобы ее пели. И когда однажды он отсутствовал на одном из собраний среди недели, у него тяжело болела жена, и вот в собрании, в его отсутствии церковь поет эту песню. И внезапно открывается дверь, он забегает в церковь, он весь в слезах, расстроенный. И он как раз церковь именно в этот момент, когда пела эту песню. И церковь небольшая, здание небольшое, и он как бы громко просит: «Прекратите петь, остановитесь сейчас, сейчас не время петь эту песню, у меня только что умерла жена». Вот. И вы знаете, этому человеку хорошо было петь такие слова, когда горе не коснулось его настолько глубоко. Но когда пришла трудность в его жизни, к сожалению, он не смог вот в этот момент, возможно, он позже все-таки переосмыслил и согласился с волей Божьей, но в тот момент он не мог сказать: «Как хочешь ты? Вот если, и даже если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, то дай безропотно сказать, как хочешь ты». Такие глубокие, тяжелые слова, и когда мы, если мы ее поем или если пели раньше, но всегда вот я, по крайней мере, когда я ее пел, я всегда задумывался и думал: «Господи, а действительно ли я готов сказать в любой ситуации, как хочешь ты? Действительно ли эти слова являются моей молитвой к тебе? Или это просто красивая песня, красивые слова, собранные вместе, которые мы произносим или которые мы говорим?» И последнее, что мы видим здесь, в последнем стихе, это повиновение друг другу. 21 стих говорит, еще один деепричастный оборот, который говорит, каким образом мы можем наполняться Словом Божиим, повинуясь друг другу в страхе Божием. Повинуясь друг другу в страхе Божием. Это уже следующий стих, братья 5:21. Когда мы хотим наполняться Словом Божьим, когда мы хотим наполняться Духом Святым, к сожалению, в сердце христианина не может быть гордости. Никаким образом не может там находиться гордыня. И наша способность повиноваться, наша способность подчиниться кому-то другому как раз говорит о том, что мы способны наступить на свою собственную гордыню и сказать, особенно когда мы считаем, что мы правы, особенно когда у нас есть какой-то конфликт или разногласие в каком-то вопросе с кем-то, и мы считаем, что я прав, вот моя позиция правильная, я правильно понимаю этот вопрос. И когда даже понимая, что я прав в этой ситуации, мы можем сказать: «Да, брат или да, сестра, ты права. Я хочу принять твою позицию. Я, возможно, где-то ее до конца не понимаю. Я не соглашаюсь с чем-то, но я ее принимаю». Вот тогда мы живем под воздействием Духа Святого. Вот тогда наша жизнь, вот тогда мы исполняемся Духом Святым, повинуясь друг другу, как мы здесь прочитали, в страхе Божьем. То есть это не просто слепое повиновение, не просто слепое послушание и поддакивание любому человеку, который что-то нам говорит. И мы как бы со всеми вот соглашаемся, и так все хорошо, все прекрасно. Господь через апостола Павла говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть мы должны понимать, что Господь надзирает над нами, Господь надзирает над моим конкретным разговором с каким-то человеком прямо сейчас. Я боюсь Бога, я не хочу Его оскорбить, я не хочу Его огорчить своим поведением. Я не хочу поступить в этой ситуации неправильно, поэтому я повинуюсь другому человеку, чтобы открыть свое сердце для каких-то других взглядов, каких-то других вариантов решения этого вопроса, которые, возможно, мне никогда и не приходили в голову. И вы знаете, очень часто мы знаем, что гордыня делает человека слепым. Очень часто человек, который
которого сердце вот наполнено гордостью, гордыней, он не способен на компромиссы. Этот человек не способен на то, чтобы просто увидеть, что существуют другие варианты, кроме того, что он говорит, или что он утверждает, или как он видит жизнь, или еще что-то. Вот в этом нам всем, конечно, нужно учиться, потому что гордость присутствует в каждом человеке в какой-то мере, потому что мы все несовершенные, и мы все созданы с падшей природой, потому что мы все дети Адама и Евы, мы все родились с падшей природой, с греховной природой, которая тянет нас вот на эту сторону зла, на эту сторону тьмы, которая постоянно стремится нас привести в грех. И наша задача, если мы хотим жить в присутствии Господа, наша задача поступать так, чтобы мы могли сказать: «Господь, я хочу, чтобы Ты контролировал мою жизнь, я хочу, чтобы Дух Святой контролировал мою жизнь, я хочу, чтобы моя жизнь была построена под Твоим влиянием, а не просто под влиянием моего разума или моего опыта». И что происходит с нами, когда наша жизнь построена в присутствии Божьем? Что происходит с нами тогда, друзья? Мы видим, что наша жизнь меняется. Мы читаем в Галатам 5:16, есть такие слова: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть вы не будете исполнять вот слово «вожделение» такое, оно довольно-таки устаревшее, вот этих вот страстей вашей плоти, другими словами, или современным языком, если сказать. Наша жизнь тогда поменяется. Разница между человеком, который живет исполненный Духом Святым, и неисполненный Духом Святым, можно очень, очень метко описано в одном стихотворении. Возможно, вы его слышали, но я очень хочу его процитировать. «Сказало дерево бревну: я на тебя смотрю давно, то жгут тебя нещадно грозы, то мучат лютые морозы, то солнце жаркое печет, то листья крупный град сечет. А я лежу в тени забора, ничьих не привлекая взоров, хоть дождь, хоть зной, мне все равно, я радуюсь, что я бревно». А дерево ему в ответ шумело: «Ты мысль свою развить сумела, да, правда, ты всегда в покое, мороз тебя не беспокоит, и град не рвет твою листву, но ты гниешь, а я живу». И вот так же построена жизнь христианина или жизнь каждого человека. Мы либо живем в Боге, либо же мы гнием под влиянием нашей плоти, под влиянием греха, который проникает в нашу жизнь. Поэтому наша задача, если мы хотим, чтобы наша жизнь была продуктивной, чтобы она была эффективной, чтобы мы выполняли Божью волю в нашей жизни, нам постоянно необходимо вот стремиться жить для Бога, жить в присутствии Божьем. И действительно, да, нам тогда будет труднее жить, чем человеку, который плывет по течению, или который вот как это бревно, который не сопротивляется ничему, лежит в тени забора, ничьих не привлекая взоров и так далее, да? А живому дереву намного сложнее. Его и град сечет, и ветер его рвет, и ломает ему ветви, и так далее, и так далее. Намного сложнее. Но в этом проявляется разница между живым и мертвым организмом. Друзья, нам необходима эта сила Божья, чтобы мы могли в нашей жизни проявлять ее. Нам необходимо Слово Божье, нам необходима сила Божья для того, чтобы мы могли проповедовать Евангелие, для того, чтобы мы могли не просто сидеть в церкви, для того, чтобы не просто учиться чему-то, для того, чтобы мы могли идти и проповедовать в окружающий мир. Мы видим, когда ученики Иисуса исполнились Духом Святым, мы видим, насколько изменилась их жизнь. Мы видим, что до этого они были такие вот, когда Иисуса Христа распяли. Помните, что апостол Петр сказал? «Иду ловить рыбу. Возвращаюсь к своему предыдущему занятию». А другие ученики что говорят? «Идем и мы с тобой». Все, вот они полностью сложились, сдулись. Все вот это христианство, которое напыщенное было, и вот эти все выкрики: «Господи, если даже на смерть, я на смерть за тобой пойду», и так далее. Все это быстренько вот сдулось, как только Иисуса Христа распяли. Я иду обратно, я возвращаюсь к своему занятию. Даже потом, когда они собрались, когда им принесли весть о том, что Иисус Христос воскрес, что они сделали, когда они собрались? Закрылись.
закрылись от людей, чтобы никто их не арестовал, чтобы никто не узнал, что они вот верующие в Иисуса здесь собрались. От страха написано «из-за боязни иудеев». Да? То есть они боялись иудеев, которые были там в городе, естественно. И вот как только Дух Святой их наполнил, как только они исполнились Духа Святого, апостол Петр, тот, который собрался ловить рыбу и возвращаться к своему занятию, говорит проповедь, от которой более 3000 человек присоединяются к церкви в тот же день. То есть люди обратились, покаялись. И мы видим, что эти апостолы потом идут и на смерть, и выступают перед Синедрионом, и ничего не боятся, и свидетельствуют, и идут, и проповедуют Евангелие. Вот что делает сила Духа Святого, когда наша жизнь построена в присутствии Божьем. Если мы постараемся в нашей жизни, каждый из нас постарается исполнить хотя бы десятую часть или двадцатую часть из того, что мы сегодня слышали, мы уже станем ближе к Богу, мы уже станем ближе к Нему, потому что мы будем тогда меняться, мы будем наполняться Духом Святым, мы будем жить, поступать как мудрые, познавать волю Божью и исполняться Духом Святым каждый день в нашей жизни. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся.